Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Поймай курицу, если сможешь». Давай-ка глянем здесь. Ага, сундучок готов, поэтому я его открываю. 21 монета, рыжая джина, перволинейный пузи, выпадает сторожевой галас и сладкий Дэнни. Но это не самое главное. Главное, друзья, что у нас начался ивент. Правда, я уже половину прошел, уже близится к концу. Но, тем не менее, самое интересное я оставил, конечно же, для нас. Так, у меня 3 энергии накопилось, поэтому сейчас пойдем с тобой дальше проходить. Плюс у меня 388 гемов. 300, как говорится, я получил вот отсюда. Ну что, давай попробуем хотя бы набить 75%. Потом получим еще 3 энергии. И, надеюсь, нам достанется 10 карточек на эльф-лучник. Поехали. Так, это у нас лорд на бабах. Ну, я тебе скажу, что он ватник на самом деле. Поэтому, как понимаешь, он первого уровня. Если бы он был бы 10-го, я боюсь, он бы нас тут расклепал. А так как у нас с тобой великолепная команда, я вообще никаких проблем не вижу здесь с прохождением. Так что погнали. Начинаю я обычно вот с этого дедули. Потом вызываю Гринча. Хилку. Так, яд, срочно яд. Окей, вызываем деда. Ну, в принципе, он уже все, ребят, сдулся, можно так сказать, авансом. Потом вызываем с собой магичку. И все. Я думаю, что... Ах ты, гаденыш, у него, оказывается, пламя было. Кто бы мог подумать. Но все равно это не спасет этого лорда на бабах. А мы с тобой еще стрекашку позовем. Слушай, вот этот вот, я не знаю, медведь легендарный, вообще какой-то ватник на самом деле. Я вообще не вижу от него никакого толка. Вот Гринч, я понимаю, ресает наших дедулек горшочных, и все. Как ты видишь, мы с тобой прошли. 50 монет. Так, 2 алмазика. Пузи, как всегда, выпадает нам. Куранок. Странный кувшин. Электропопка и грязный Гринч. Вот это я понимаю. Грязного Гринча нужно прокачать. Так, ну что, 70% мы с тобой уже набили. Едем далее. Да, тут тоже ничего страшного нету. Волк-колобок, как я его называю. Снеговик, лучница. Даже ярость не поможет ему, вот поверь мне. Даже эта никчемная ярость ему здесь вообще не поможет. Вот он, волк-колобок явился. Так, мы, наверное, с тобой яд сюда запустим. Ты мне укатился, вот почему я его называю колобок. Так, снеговик. Правильно, так, вот эту эльфийку. Снеговик тоже сам по себе ватный, ребят. Мы опять, видите, воскресили нашего цветочного деда. Вызываем эльфийку. О-о-о, этот побежал. Тыкса развернулся. Ярость. Зачем он это сделал, не понимаю. Слишком поздно он врубает ярость. Ну, а мы с тобой лорда на бабах, естественно, сейчас уничтожим. Один удар и все. Он падает с своего трона. Ну, а мы с тобой проходим дальше. Забираем награды. Кстати, здесь самые вкусные награды, именно на ивентах. Так, 8 гемов. Мистер. Так, Галас. Атмар. Ольга Воровка и... Ё-моё, кричалка Банши. Я обожаю, когда получаем новые карты. У меня на самом деле, друзья, по-моему, 2 новые карты выпало за вот этот сезон. Ну что, у нас еще одна энергия, поэтому поехали сразу же. Опять же, ничего сложного здесь нет. Даже лепрекон не поможет. Ну, это ерунда. Снеговик — это тоже ерунда. Поехали. Я эту команду не менял с самого начала. Как начал ей проходить, так и прохожу. Так, дедуля, выходим. Хилку. Сюда поставим яд. И, в принципе, все. Нам понадобится Гринч. Замечательно. Ну и, естественно, вызываем с тобой эльфийку. Магичку. Вот она. Больше нам ничего и не нужно. Сидит, качается, ё-моё, да, на своем троне. Сейчас он оттуда слетит со свистом.
Они даже не могут пробить барьер. Давай, 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 давай. Хорошенько звезданите ему. Все. Ну, теперь нам придется тратить кристаллы для того, чтобы получить энергию. Так, 42 монеты. 4 кристалла. Ага, Янси. Мы можем, кстати, прокачать его. Паучья попка. Плюс баран Лузи. Лечение. И холодный Франц. Ну что, 100 энергии. Ой, 100 кристаллов придется потратить. В бой. Я согласен. Слушай, мы с тобой, наверное, да, пару боев, и мы получим 10 карточек на эльфийку-лучницу. Даже несмотря на то, что здесь легендарная горилла. А, у него лечение есть. О, как. Плюс молния. Так, погоди-ка. Я, честно говоря, на это не рассчитывал. Блин, не будем пока применять яд. Блин, я боюсь, он молнию сейчас применит. Ну давай гориллу эту валим, все, отлично. Так, этих давай травить. Шикарно. Вызываем эльфийку. И еще одного цветочного деда. Что-то он даже не спешит применять свои заклинания, ты посмотри. А зря. Так бы, может быть, немножко еще поборолись. А так, сдался, можно так сказать, в сухую. Так, монетки. 9 кристаллов. Кристалл. Глупый орок. Огненный столб. И Брок-любовник. Окей. Продолжаем поединок. Здесь у нас кто? Ну, как всегда. Бармен, Франц, робот-заморозка у него здесь. Ну, опять же, лорд на бабах первого уровня. Что он может сделать? Ничего. Поехали. Да, этот Гринч, конечно, очень хорошо нам помогает. И, конечно же, дедок Амур. Ну-ка, давай вот так сделаем. Нет, 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 ничего у вас не получится. Так, Снеговик, ты запарил. Правильно, убей своего. Опачки, два дедули уже побежало. Слушай, вот ее бы прокачать, чтобы она нормально хиляла. А то как-то слабенько, если честно. Хотелось бы посерьезнее. Время колдовства. Это кричит нам лорд на бабах. Время колдовства ничего не делает. Лузер. Давай еще одного Гринча позовем. Да все, ему крышка. Он сейчас упадет. Ну а мы с тобой успешно проходим дальше. 43 монеты. 3 кристалла. Куранок. Телепопка. Ольга натыкательница. Выпадает нам ураган. И кричалка банши. Круто. Двигаемся далее. Сколько нам еще нужно там? Ага, мы с тобой получаем 10 карточек на эльфийку. Которую я, кстати, могу, наверное, прокачать. А-а, не могу. Нужно 20. А у меня всего лишь 10. Но это ничего страшного. Ну что, а вот этот сундук самый главный приз. И 100% в нем будет лежать одна легендарная рандомная карта. Но чтобы его получить, нужно постараться. Это сколько получается боев? Раз, два, три, четыре. Четыре, да? И здесь четыре. Восемь. Три боя за соточку. Ну, давай попробуем. Может быть, у нас получится прям вот сегодня пройти. Значит, мы тогда займемся ивентом, а основную сюжетку будем проходить уже, наверное, в следующей серии. Так, ну что, побежал дедуля. Амурчик выходит. Плюс Гринч. Сюда, наверное, и дедку закинем. Давай, фея. Это не фея, да? Это какая-то, я не знаю. Богиня, что ли? Типа Афины. Вот у нас еще один дедуля рисанулся. Вызываем эльфийку. Еще старичка. Опа! Вот это новости. Массовую заморозку применил. Но я думаю, что это его не спасет. Давай, выходи, Гринч. Все? Что и требовалось ожидать. Я нисколько не удивлен. Так, монетки. 7
кристаллов дали нам. Пузи. Мок. Малобюджетный Тони. Беладон. Давно не выпадало. И Скелли. Ну что, поехали дальше. Кстати, сейчас придется нам уже с тобой потратить, естественно, кристаллы. Три, да, получается. В принципе, да, реально пройти и реально посмотреть, что в сундуке. Но опять же хочу сказать, что последние поединки идут очень сложные. По крайней мере, до этого я проходил ивенты, и там было сложновато пройти. Даже бывало, что с первой попытки не выходило. Посмотрим, как у нас получится здесь. Ну, тогда у меня не было и этого деда Амура. Не было никаких гринчей у меня. Так что будем смотреть. Ага, он вызвал Янси. Не к добру. Ёк-макарёк. Тихо, 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 эльфийка. Ну-ка. Вызвал тоже мне тут лучницу, понимаешь ли. Вот что у него, оказывается, было. Пламя. Давай, Гринч, резай всех, кого там потеряли мы. Идет еле-еле в развалочку, можно так сказать. Даже не собирается никого, понимаешь? Резать. Гринч, ты будешь что-нибудь делать сегодня или нет? Вот, красавчик. Видишь, рисанул. Детка и девчулю с голубями над головой. Ну что, забираем награды. Монеты, кристалл. Один кристалл всего лишь дали. Бурю, Грета. Так, бюджетный Тони. Ураган. И Леди Лорен. Как раз Леди Лорен нам и нужна. Так, двигаемся дальше. Ну да, получается, по 4 поединка у нас, чтобы закрыть одну ячейку. Так, двигаемся. Опять этот пес. Ага. Барышня с драконом. Так, это у нас паук-попка, или как там их величать. Ну и плюс бармен. Опять же, все это ерунда для нас. Заклинашек, по-моему, нету. Так, ну-ка. Пускай здесь будет яд у нас. Давай, Гринч, выходи. Будет потихонечку идти. Вон она вышла. Ё-моё. Типа из огнемета шпарит, да? У нее вот этот вот дракон как будто огнемет. Шансов ноль у него на победу. Мы все это прекрасно видим. Он еще кричит ему щекотно, понимаешь ли? Но я тебя сейчас пощекочу, не рыбишки-то. Так, опять дедулю мы с тобой рисанули. Давай еще одного позовем. И Гринча. А, уже все. Лорд на бабах отдуплился. Обожаю получать награды. Так, ага, загадочный Раф. Анжела. Электропопка. Ярость. И холодный Франц. Вообще не вижу в нем никакого толка. Вот в этом Франце, если честно, мне он не нравится. Во-первых, он сам по себе ватный. Во-вторых, у него эти комки особого урона не наносят, который он бросает снежные. А вот мумия, да, мумия меня бесит на самом деле. Против нее даже мой цветочный дед не может противостоять. И она всех сталкивает в кучу. Хорошо, что у него нет никаких заклинаний. Так, стопы, 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 стопы. Хочет всех прижучить, да? Видишь, что делает? А, все, отдупился. Ну, это хорошо. Так, лучница пришла. Давай, давай, отлично. Амар отшельника даже вызвал он. Зачем? Не понимаем. Опять мумия идет. Мне вот интересно знать, а что у нее за будильник здесь такой? Вот по истечению времени что-то должно произойти? Или это так, для понтовки сделано? Ну и все, лорд на бабах докачался. Мы уже его прижучили. Ничего он тут уже не сделает. И отдупляется. Ну а мы забираем нашу награду. Так, Янси. Паук Фида. Простой Андре. Ярость. И опять Франц. Да что ж ты будешь делать-то? Лучше бы добавили кого-нибудь другого.
Ну что, одну ячейку мы заполнили. Остается последняя. И у нас с тобой 232 кристалла. То есть нам вполне хватит. Это мы с тобой потратим 200. Да. То есть практически все. Ну, еще раз повторю, что последние поединки были сложные. По крайней мере, в предыдущих испытаниях. Здесь, я думаю, никаких проблем не должно быть. Так что поехали. Секунду, рассерался маленькая. Давай, наверное, сделаем так. И плюс вызовем с тобой яд. Блин, да что ж она не добежала-то, а? Чуть-чуть буквально. Так, этот еще тут охламон. Упс, что-то пошло не так. Дедуля, давай, выходи быстрее. Без тебя тут как-то тоскливо. Я выбираю тебя, кричит лорд. Выбирает он. Ух ты. Пламя все-таки вжарил, да? Ладно, где мой Гринч? Давай, резай быстренько. Павших моих бойцов, они мне нужны. Не хочет почему-то. Может быть, он резает только когда наносит атаку? Может быть, тогда? Уже, в принципе, и не важно, да? Так, 6 кристаллов. Гретту. Получили мы с тобой Мога. Бумеран. Ольгу. И вахтерша Мона. Окей. Ну что, продолжаем. Так, смотри-ка. Розалинда плюс вот это вот. И робот. Надо будет нам как можно быстрее вот этого робота уничтожить. Иначе он будет нам валить деда. Не деда, а вот это вот Амура. Плюс Гринча. И может, кстати, эльфийку тоже уничтожить. Поэтому берем на перехват. На всякий случай сюда яд сбросим. Да-да-да, видишь? Пушкарь появился, сразу его уничтожили. Отлично. Ах ты! Твою налево вышло, это с кувшином. А ну-ка. Вызываем магичку. Замечательно. Так, минусанули. Бежит, бежит пиратка. Розалинда это. Так, а кувшин, насколько я могу понимать, он вызывает зомбарей. Через определенное количество времени, да? Так, Гринч нам рисанул дедулик. Пушка тут уже бесполезна. Ну, в принципе, все. Он тут уже пускай не сопротивляется, ему ничего не сделать. Я вот яд еще сюда сброшу, на всякий случай. Да? И мы его прижучили. Все, упал он, короче. Открываем, забираем. 4 кристалла. Так, Гога бабуля. Кстати, это новый персонаж, который у меня появился на этом ивенте. Сладкий Дэнни. Отмар отшельник и бригадир Брок. Кстати, его тоже можно прокачать, но я тебе, знаешь, что скажу? Дрался я против этих кузнецов, даже 7-8 уровень. Ватники, они уже не тянут. Так, ну что, нам остается с тобой 2 поединка всего лишь делать. И получим заветный наш сундук. Опачки, а вот это вот бесявый чувачок, если честно. Его начинает с него, ясен перец. Крепкий этот чувак. Так, ну посмотрим, насколько он крепкий. Справились мы с ним. Так, ты тут не вякай давай. Сидит она мне там. Так, здесь минусанули. Ага, у него тоже, оказывается, есть. Ну-ка, давай-ка. Дедуля, беги. Вот чем хорош цветочный дед, что он после смерти оставляет вот этот вот барьер, газончик, так скажем. И то есть врагу, прежде чем дотянуться до моих, например, бойцов, нужно уничтожить этот барьер. Ну а пока он уничтожает его, естественно, мы бомбим по ним. То есть выгодно получается. Неплохо, кричит. Естественно, неплохо. Я бы даже сказал, отлично. Все? Сколько мы там дрались? Полминутки, наверное, да? Так, монетки. Дальше нам кристаллы выпадают. Почти ничтожный Джо. Ну как можно так? Почти ничтожный. То есть, либо ничтожный, либо нет. А тут почти. Так, побольше Тина. Так, нам еще 5 карточек. Я знаю, что если эту Тину прокачать, она будет здоровым таким.
Так, и опять бригадир Брок. Лучше бы, конечно, нам другой бы выпадал кузнец. Любовник Брок, насколько я помню, его зовут. Так, ну, видишь, из-за одного вот этого нам придется с тобой тратить кристаллы. Можно было, конечно, подождать там 28 минут, но это время. Как видишь, сложность и перевес стрелочки идет в мою сторону. И, судя по всему, этот будет поединок очень легким. Тут у него всего лишь одна карта легендарная, это мумия. Без проблем. И если ее даже сможем переманить, хотя почему-то, сколько я ни пытался, дедок никак не может переманить именно эту мумию. Может быть, у нее иммунитет или еще что-нибудь в этом роде. Ишь, стреляет, стреляет, а ей пофиг. А нет, смотри-ка, можно. Оказывается, можно. Значит, этому деду вообще все можно. И любого переманить. Это круто. Так, вызываем с тобой эльфийку. Давай, 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 блин. Красавчик Гринч. Молодец. Одобряю. Так, мумия минус. Фида сейчас, естественно, дуплится. А, он даже за нас пошел. Вызываем еще одного Гринча. Что-то происходит, а? А, опять этот бармен вышел. Яд. Выпускаем с тобой яд сюда. Ну, в принципе, и все. Да, друзья, победили. Ну что, забираем сундук, открываем. Получаем кристаллы. Розалинда, до 70 штук. Наивный Буба, 29. Так, Финфиники, сколько там? 17 карточек получаем на него. Защитник Мэнни, 6 карточек. Оу, красный огнедых, друзья мои. Эпическая новая карта. Это хорошо. Ну, а вот и сундучок. Давай смотреть, что в нем. 2000 монет. Шикарно. 200 кристаллов. Круто. Бумеран. Окей. Кислотная обезьяна. Естественно, прокачаем. 70. Не кисло. Грязный Гринч. Вообще шикарно. Прокачиваем. Бригадир Брок. Не то. И парящий Будда. Вот это я понимаю. Я, правда, не знаю, что он делает, но, естественно, можно будет все это дело посмотреть. Ну что же, событие окончено, и я нас с этим поздравляю. Так, теперь идем сюда. Гринчи обязательно прокачиваем, ребят. Третий уровень. Так, что он там делает? Перед смертью получит 30% жизни. Это как понять? А, то есть, если он уже на пределе смерти, да, он получает как бы отхил в размере 30%. Ладно, и, естественно, прокачиваем нашу кислотную обезьяну. Круто. Так, ну что, теперь посмотрим. Вот. Красный огнедых, что ты делаешь? Атака повредит всех противников вблизи. Окей. Иногда сразу победит героев с меньшим, чем 40% жизни. А это у нас боец. У него очень быстрая атака и очень быстрая скорость. Это хорошо, это меня радует. Что у нас еще? Блин, мы можем с тобой ярость прокачать. Дорого стоит, правда? Ладно, пока не будем. Из нового, что у нас появилось? Сейчас я попробую показать. Ну, во-первых, у нас появился простой Андреа. Это у нас танк, я тебе скажу, неплохой танк. Что это у него тут? Атака отбросит противников назад. Такой тяжелый чувак, разобрать его не так легко. Но на самом деле я бы хотел получить вот именно Брока-любовника. Потому что он делает щит перед собой. Щит неуязвимость, который фиг пробьешь. Получил вот, мистер Стоппер. То есть обычная перегородка, да? После смерти оттолкнет назад всех противников вблизи. То есть можно прокачать. Ну, все, наверное, видели, что она делает. Выбегает строитель, делает вот эту перегородку, которая сдерживает противников, причем довольно долго. Вот наш Янси. Наш основной танк, так скажем. Окей, прокачали ему 2 уровня. Что у нас еще из новенького появилось? Я даже и не помню. Ну, а, вот, бабуля вот эта вот. Гога бабуля. Давай мы ее прокачаем. А что она? Она танк, оказывается. Так, а что она умеет вообще делать?
Неостановимый. Дает устойчивость от отброшения, оглушения и замедления. Угу. Герой таранит врагов в пределах доступности, отталкивая их назад с шансом критического удара. Ага, то есть ее нельзя оттолкнуть. То есть она идет как мумия на пролом, да? И толкает всех вперед. Хорошая способность. Но вот, если честно, по здоровью, как танк, она, ну, не дотягивает. Это мое мнение. Когда вот это появится у нас, а? Скоро. Так, ну и видели все, да? Кричалка Банши. Что она тут делает? Первый противник убегает в страхе. Скорость атаки увеличена на 100% до максимального 200%. Это борец. Ладно, уровень прокачаем. Но мне кажется, он беспонтовый. Этот борец. Прокачал немножко вот это, ребята, крутое яйцо. По-моему, на один уровень. А, вот, мы хотели с тобой посмотреть, что. Парящий Будда. Скорость атаки очень медленная, скорость движения медленная. Замедляет противников вокруг героя. И все. Просто замедляет противников. Эта статуя распространяет вокруг себя мир и покой. Но если ее разозлить, прилетит леща. Блин, смотри, какая прикольная Моргана. Я бы хотел посмотреть. Я еще ни разу, кстати, ее не видел. Это, кстати, новый персонаж, которого добавили. И вот еще новый персонаж. Это ледяная... Кто там? А, ледяной король. Причем это борец. Замедляет противников вокруг героя. Также он... Атака повредит всех противников вблизи. Атака повредит всех противников вблизи. Причем здесь первого уровня и второго уровня. После смерти замедлит всех противников вблизи. И на последний замедлит и ударит всех противников вблизи каждую четвертую атаку. Не кисло, да? Вот как-то так. Ну что, друзья мои, ну, я не знаю, давай, может быть, до 215-го, может быть, дойти нам, а? Или уже в следующей серии продолжим. Кстати, нам нужно с тобой всего лишь... Так, секундочку. У нас есть с тобой ячейка, давай-ка попробуем. Я хочу просто получить 11 уровень. Так, у него здесь Полли. Хм, интересно, справлюсь я здесь? У него нет ни одного магического заклинания. У меня есть яд, я могу, в принципе, прижучить. А кого я тут прижучу? 28 уровень, ё-моё. Ну, вся надежда только на старика. Так-с, вот это вот не надо. Блин, сейчас будет отталкивать, ё-моё. Чё-то мне кажется... Вот, вот это вот, кстати, тут... Вот, я так и думал, что вызовет, а? Гринч, будь добр. Рисани, пожалуйста, кто у нас там погиб. Ух ты, натыкатель бежит. Ё, бабка улетела. Давай, 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 давай. Что происходит? Блин. А, вовремя мы его переманили. На. Совсем не нравится мне это. Совсем. Еще вызываем Гринча. Это кто там у нас? Что за старикашка ее? А, это же алкоголик, ё-моё. Собственной персоной. Колдует там. Лечит. Но я так смотрю, не особо помогает это лечение ему. Сейчас мы, по-моему, уничтожим. А, Полли опять позвал. Ёк-макарёк, я думаю, что там такое? Там уже стрелок у него стоит, бомбит вовсю. Ну и все, по-моему, он доигрался. Арена мастера этот. Давай, давай, давай. Ну, блин, совсем чуть-чуть осталось. Так, бабка, вали отсюда, Гого. Есть. Ну что, неплохо. Победа. Так, нам нужно с тобой еще один поединок, чтобы получить... Подожди, я уже получил или нет? Нет. У меня... Да, еще один поединок. Причем здесь у нас 10, 10 ранг. А там, когда получили награды, почему-то был указан 11. Интересно. Ладно, давай. Да, я хочу. Я хочу пройти. Так, здесь сложность почему-то идет в его сторону. То есть вы хотите сказать, что он сильнее меня? Хотя у него мэнни есть, плюс робот. Ну да, это два стрелка. А, у него еще и дед.
Амур 29 уровня. Вот оно что, вот они на что намекают. Ёх, Макарёк, тихо, пушка. Сдулась пушечка, отлично. Так, теперь, естественно, надо вызывать дедулик. Чё-то, мне кажется, тут сейчас будет бобо. Смотри, какой... Эй! Приворожили, ну? Да куда ж ты... Всё, пока хорошо, ребят. Вызываем мага нашего. Еще дедушку. Что-то у нас гибнут один за другим. Так, цветочный побежал. И вот это, кстати, самое фиговое. Мы деда, короче, приворожили. Он приворожил эту пушку. Вот этого я боялся. Что он бомбанет в середину и все. Так, яд у нас есть. Ну, вот теперь им крышка здесь. Да, друзья мои, все у нас вышло. Так, ну что, вот и 11 уровень. Шикарно. Так, статы у нас 135 к здоровью, плюс к ресурсам 20-ку прибавили. Окей. Ну что, а мы, наверное, с тобой на этом и закончим. Но обязательно увидимся в следующей серии и продолжим. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.